ситуация, да, он уронил мяч, Маринка оказалась здесь, я откидываю Марине, Марина должна его достать. Если получилось достать тот мяч, то, соответственно, разыгрывает его. По идее, должно быть два розыгрыша. Если вы оба мяча достанете, должно быть два розыгрыша. Вы, как только два мяча сыграли, вы заходите в следующий и так далее. Машка! Марина! Вы с ней давай следующий. У тебя мяч полетел вот здесь, а ты повернулась вот сюда. То есть ты на нее смотрела, поворот больше, чем скорость у меня, ножки. Света, Света. Руки в локтях согнуты. Помнишь, ты два темпа? Не три темпа, не прыжок за мах, а прыжок туда. Бля, Сань. Что? Ну можно так же крюки дать, когда улетит на антенну. Да ты раньше не мог, сейчас ты можешь. Сам просишь. Я знаю, что я могу. Но. Правильно, никаких но не должен. Марина. Да в другую сторону. Мяч у тебя вот здесь летит. Я не знаю, почему там. Почему ты разворачиваешься из левого, через правого? Где вторая рука? Да. Я говорю, в приоритете должно быть две. Я сейчас концентрировался, один. Шаг один, руки две. Молодец. Света. Помнишь, да, то, что я говорил? Что это? Ты хорошо остановилась перед ним, Свет, и один малюсенький шарочек, вот, и вот он как раз будет. Остановка была. Приоритет у тебя должен идти на две руки, а потом уже с двумя не ставишь одной игры. Да, рядом, и он пасует эту передачу рядом, и все это не надо делать.
Так, сучка! Хороший. А можно по-английски, Роман? Факин бича! Марина! Марина! Догнать! Зоны меняем, девочки работают первыми. Thank you.
так, или три? Все. Все, что могу, все будет. Один. Один шаг у тебя есть, один, всего лишь. Ты по скорости больше ничего не успеешь. Один шажочек. Один шажочек, Свет. Он тебе такие же мячи набрасывал сейчас, просто это через секунду. Один. Илья, мяч. Илья. Еще раз смотри, Свет, тот мяч, который был предыдущий, который ты сказал, ёшки-мадрёшки, я его не достал, ты просто не рассчитал то, что ты можешь ешки такое расстояние. От уровня 20 это далеко. Если ты не вяжешь корпусом, по-моему, мое немножко другое падение учили. Еще, тянись. Вот и все, и все. Поэтому он не полетел.
коленка левой ноги. Коленка левой ноги справа. Я не ставлю. Первый шаг, уже сразу уходишь на колено. Все, твоя задача так можно быстрее пустить. Сразу? Да. Сделай без мяча. Без мяча. Вот, да, да. Ой, вот туда, а мяч вот туда падает. Вот Марин. Ты сейчас без динамики падал? Готово? То же самое повторим. Нет. Через, ну, хотя бы один шаг, смотри, это уже твоя маленькая победа. Юг, давай. Бля! Не размахивай руками. Вы бьете, у вас мяч весит. Он, во-первых, он резиновый, во-вторых, он весит 300 грамм. Вот этого движения, у вас контроля никакого нет. Бля, Саня, ты меня просто пыль раскирачил, а? Движение короткое, плавное должно. Один шаг. Выучи один шаг. Ты вспомни, пожалуйста, вот за два шага, докуда ты пробегал? Пробегал за два шага и падение 6 метров. 6 вот отсюда, за эту глазу. А здесь у тебя 2,5 метра. Это один шаг и выучи. Мысли неосмысленными мыслями. Руки, ты вот как ты ловил мяч? Помню вот это ощущение, когда ты вытягивал руки. Слышь, здесь ты меня не срабатывал. Нет. Слишком просто, поэтому ты решил сделать за один шаг. Я тебе даю время просто подумать, что ты так, мне светит, мне надо одну мысль не делать за один шаг. И ты могу сложнее сделать, но ты все равно, ну, тебе даю время подумать. Один шаг. Потому что ты бежишь. Смотри, вот у тебя точка А и точка Б. Высота, смотри, какая. Прямая должна быть. А у тебя получается.
получается сначала бег, а потом падение. Все, вот ты по времени проигрываешь. Вот, молодец. Чем отличается то же самое движение, вот у тебя просто, чтобы он попал в руки. Просто ловила ты вот так, а отбивать ты идешь вот так. Понимаешь? Ловила ты вот так, а отбивать идешь вот так. Зажимаешь плечи. Подожди, а если это быстрое движение?
Второй.
помните вчерашний темп. Прыг, удар. Да, то есть ты ее отводишь, останавливаешь, уже опускаешься и бьешь. Делаю еще раз. Раз, два, удар. Еще раньше. А что вы их переставили? Блин, она стояла только на том, что если договоры перестают действовать, то нужны уже радикальные меры. Это либо шипованное ошейник какой-нибудь, вот так вот, который сидит для бульдогов, который с этим сыгрывает. Тебе прям неприятно ручки себе принимать. И здесь? Ну, будет странно. Ну, знаешь. Если пойдешь на ночь... Я хочу сюда.